Экспедиция «Полюс холода соединяет океаны» завершилась. Главная цель достигнута. Путешественники впервые в мире совершили сплав на лодках, пройдя речным путем из Тихого океана в Северный Ледовитый. Этим они доказали, что внутренний водный путь между этими океанами существует. Протяженность маршрута составила 2868 километров. Экспедицию организовало Русское географическое общество при содействии Российского союза спасателей. Первопроходцев сопровождала эксклюзивная съемка нашего корреспондента Афанасия Николаева. 16 путешественников на 4 катерах стартовали из Охотска на берегу Тихого океана 10 июля. Первый этап маршрута пролег вверх по рекам Охоте и Дельки Охотская. Несмотря на постоянные дожди и обилие препятствий на реке, экспедиция шла даже с опережением графика. Причем попутно велась научная работа. К примеру, на Охоте изучалась популяция белоплечих орланов. Уже на Дельки Охотской начались первые серьезные испытания. Упали уровни воды, начались пороги. Тем не менее, катера «Фрегат», оснащенные водометами, показали себя настоящими речными вездеходами и находили фарватер даже на глубинах до 15 сантиметров среди камней и перекатов. Вскоре уровни упали настолько, что всем, кроме рулевых, пришлось идти пешком. Мало того, на завалах было пробито днище одной из лодок. Последний участок до точки бифуркации рек запомнился многим как один из самых сложных. И большой подъем, уклон реки, и часто-часто приходилось прямо карабкаться. В течение, допустим, на одном участке около 3 метров подъем воды. Это на протяжении 100 метров. Тем не менее, даже с грузом на плечах участники перехода достигли первой цели – точки бифуркации, место, где река Делькю распадается на два русла – Делькю Охотскую и Делькю Куйдусунскую, идущие в два океана. В максимальном отрыве от цивилизации были установлены два мерзлотных логгера – приборы, фиксирующие температуру почвы на протяжении нескольких лет. Причем один из них был смонтирован на гребне горы. После на точке бифуркации был установлен памятный знак РГО и Россоюзспас. Кроме того, участники экспедиции бросили в реку бутылки с посланиями выше точки бифуркации, не зная, в какой океан попадет их сообщение. Моя в Охотск идет. Это же моя. Света пошла. Одна пошла. Далее участники экспедиции отправились уже вниз по Делькю Куйдусунской и Куйдусуну. Путь вниз был даже сложнее подъема. Завалы, мели и расчески не давали расслабиться. Дальнейший спуск по Индигирке от Тамтора до Уснеры был спокоен. Но после деревни Чумпукутыл река входит в горы хребта Черского, образуя ущелье страха и угнетения, радости и восторга. Легендарную Индигирскую трубу. Она стала серьезным испытанием для техники и экипажей. Одним из самых примечательных мест, посещенных членами экспедиции, был Зашиверск. Город русских землепроходцев, погибший от эпидемии черной оспы. Там, среди памятных крестов и зарослей иван-чая, до сих пор можно найти постройки, срубленные без помощи пил и гвоздей. Смотрите, это очень примечательно. Все сделано только с помощью одного инструмента – топора. На всем протяжении пути экспедиция отбирала пробы воды с 6 рек – Охоты, Делькю Охотской и Куйдусунской, Куйдусуна и Индигирки. Эти образцы стали настоящим сокровищем для якутских гидробиологов. Материал пока не обработан, это процесс долгий, очень интересный. Пусть не позавидуют все гидробиологи мира,
потому что на самом деле материал, на этот материал большие надежды мы возлагаем. Материал должен быть уникальным. Но это выяснится не сразу, это нескольких лет работа, наверное, так. Кроме гидробиологии, на территории республики были проведены орнитологические исследования. Собраны данные о популяции стерхов в низовьях Индигирки. Кроме географической и научной программы, экспедиция несет и определенную социальную задачу. Через СМИ, а именно журналистов телеканала «Моя планета», путешественники привлекают внимание федерального центра к заботам жителей Якутской Арктики. Вот операторы удивлялись, как Момский район, да, например, Абыйский район, они находятся за полярным кругом. У них очень сложное обеспечение. И в то же время эти районы не относятся к арктической зоне. Конечно, это географы должны ставить вопросы о том, чтобы включить эти районы в арктическую зону. 5 августа члены экспедиции достигли Ледовитого океана, впервые в мире доказав, что между двумя океанами есть проходимый по воде внутренний маршрут. Объявляю всем благодарность! Ура! Николаев, Якутия, День за днем, Хабаровский край, бассейн реки Индигирка.